Глава республики Арсен Каноков сегодня поздравил ветеранов, а также всех жителей Кабардино-Балкарии с 9 мая. Завтра многонациональный народ нашей страны отмечает одну из величайших и славных дат своей истории – 68-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, приводит текст обращения пресс-служба главы и правительства КБР. В этот день мы чествуем героев, победителей, славим мужество и отвагу каждого, кто с оружием в руках отстоял честь и свободу Родины. Воздаем должное всем, кто самоотверженно работал в тылу. Возрождал страну в трудные послевоенные годы, отмечает Арсен Каноков. Глава Кабардино-Балкарии заверил, что власти республики будут делать все, чтобы каждый из ветеранов был окружен заботой и уважением. Это первейший долг органов власти республики, всего нашего общества, подчеркивается в обращении.